Всем привет! Я всех приветствую в очередном выпуске технологических новостей на канале Лучкова. Сегодня мы обсуждаем очень интересные темы. Во-первых, поговорим про новый монструозный процессор компании Samsung. Также обсудим нашумевшую беспроводную, по-настоящему беспроводную зарядку компании Xiaomi, которая позволяет подзаряжать ваши гаджеты вообще на расстоянии. И, конечно же, уже появился слух о том, что iPhone готовится делать без щелки. Не верится. Приступаем. В 2021 году все фанаты компании Samsung очень сильно ждали появления нового процессора Exynos 2100, который якобы должен был изменить расстановку сил на рынке. И частично это произошло. Exynos 2100 стал действительно в два раза лучше, чем предыдущий Exynos 990. Но сказать, что он там прям утер нос конкурентам, нет, такого не произошло. А оказалось, что стоило ждать совершенно другой процессор, который мы вскоре увидим. В сети появились результаты бенчмарков инженерного образца SoC Exynos со встроенной графикой AMD Radeon, где платформа показывает до двух раз более высокую производительность в сравнении с самым мощным мобильным чипом Apple A14 Bionic. Как сообщает инсайдер Ice Universe, уже во втором или третьем квартале нынешнего года нам официально представят обновленные чипы. Да, это не будет полностью новый процессор, просто нынешние флагманы и субфлагманы начнут продаваться с другими чипсетами. Пока абсолютно неизвестно, какое первое устройство станет вот новинкой на этом процессоре, но это очень хорошая новость, потому что, с одной стороны, действительно самым слабым звеном в процессорах Exynos была графика Mali, она уступала графическому ядру Snapdragon. С другой стороны, это очень классная новость для всех любителей бренда AMD, потому что теперь у этой компании есть возможность попробовать себя на поприще мобильных процессоров. И, возможно, это будет еще одна палочка-выручалочка, которая оторвет AMD от всех конкурентов на годы вперед. Мечты о том, что наши устройства будут заряжаться вообще без проводов на расстоянии, звучат как какая-то фантастика, и некоторые новости, которые появились в рамках этой недели, говорят, что да нет, вот оно, будущее уже рядом. Я говорю про беспроводную зарядку, которую показала компания Xiaomi Mi Air Charge, и многие уже обрадовались, мол, нифига себе, вот она революция, вот они разработки, но не все так сладко, как кажется на первый взгляд. Как заявляет сама компания Xiaomi, Mi Air Charge – это огромный шаг на пути к беспроводной жизни. Данный блок обеспечивает 5 Вт зарядки, что, ну, намного медленнее, чем у обычных зарядных устройств, но это полноценная беспроводная система, которая одновременно заряжает сразу якобы много устройств в радиусе нескольких метров. Больше не нужно класть свой телефон на беспроводную зарядку, панель или даже подставку. Держите просто телефон в руках, ходите или играйте в игры, и он будет постоянно поддерживать энергию. Причем, кроме смартфона, будут заряжаться еще и часы, наушники, ну, возможно, даже когда-то ноутбуки и так далее. Если объяснять очень просто, то зарядка Xiaomi способна определять местоположение устройств и отправлять на них миллиметровые волны. Устройства с помощью приемной антенной решетки преобразуют их в электрическую энергию и подзаряжают. Нам показали рекламный ролик, ничего не сказали про дату продаж, и в принципе это нормально, потому что Xiaomi за свою историю показала большое количество разных прототипов, которые так и не вышли вообще в свет. Что будет с этой зарядкой, не совсем понятно, но если копнуть глубже, то здесь больше вопросов, чем ответов. Начать стоит с того, что физика радиоволн уже давно известна, и спасибо Николе Тесле за это. Как я говорил ранее, Mi Air Charge создает пучок энергии, направляет его, ну, к примеру, на смартфон. Но сфокусировать пучок этой энергии – это только половина дела. После того, как он сформируется и даже будет направлен, вступает в силу другое фундаментальное ограничение физики радиоволн. После покидания антенны передатчика радиоволна будет терять энергию пропорционально пройденному расстоянию, и логично, что чем дальше вы от станции, тем меньше заряда будет поступать. Да и для нормальной работы подобной системы нужна очень большая мощность. В теории для работы в комнате 5 на 5 метров ее мощность должна превышать киловатт. Ко всему прочему, в этой рекламе не было ни одного момента, когда смартфон, допустим, был бы в кармане или за какой-то преградой, и это не случайно. Вероятнее всего, для зарядки или поддержания заряда необходимо, чтобы смартфон был в поле зрения станции.
Кстати, компания Motorola тоже отличилась в этом направлении. Правда, в презентационном видео показывается, что заряд прерывается, если появляется преграда между источником и смартфоном. Правда, в случае с Moto есть ограничение по расстоянию в 100 см. Но подвижки в этом направлении, конечно же, очень радуют. С одной стороны, очень хорошо то, что компании движутся в этом направлении. С другой стороны, понятно, что здесь есть огромное количество ограничений. Если посмотреть на, скажем так, энергопотребление, к примеру, смартфона, то такой зарядки будет явно недостаточно даже для того, чтобы просто поддерживать энергию. Для носимых устройств возможно. Будут ли они двигаться дальше в этом направлении, увеличивать мощность этих волн, не совсем тоже ясно. И опять же, абсолютно непонятно, каким это образом все скажется в дальнейшем на организме человека. Ну что, друзья, случилось то, что многие ожидали. Компания Huawei вылетела из топа производителей смартфонов по всему миру. Аналитическое агентство Counterpoint Research подвело итоги 2020 года и определило лидеров рынка мобильной отрасли. И здесь все, можно сказать, стало на свои места, как это было и раньше. По данным Counterpoint, Apple вырвалась в лидеры продаж смартфонов в четвертом квартале 2020 года и заняла первое место на этом рынке. Компания отгрузила более 90 миллионов трубок, заняв 23% от общемировых поставок. Аналитики отметили, что Apple усилила позиции в премиум-сегменте смартфонов в Китае. На втором месте Samsung с долей в 19%, но эти цифры скоро сильно изменятся. Третье место у Xiaomi, а за ней уже следует Oppo и Vivo, а Huawei сползла на 6-ю позицию. Если говорить не за четвертый квартал 2020 года, а в целом за весь год, то ситуация получилась следующая. На первом месте по продажам смартфонов вновь компания Samsung, на втором компания Apple, дальше идет Xiaomi и остальные бренды – это бренды компании BBK. Но следующая новость может не сильно понравиться всем фанатам китайских компаний, китайских брендов, потому что в Китае сейчас происходит переломный момент, и у них действительно появляются очень серьезные проблемы и угрозы в дальнейшем, в будущем. Поэтому они прямо сейчас все координируются, кооперируются и придумывают план «Б» для выхода из этой ситуации. Об этом я писал уже в нашем телеграм-канале, мы это активно обсуждали, и я позволю себе процитировать самого себя. Так как в борьбе США против Китая уже понятно, кто остался победителем, и бороться здесь просто бесполезно, и собственных разработок, как оказалось, у Китая сейчас не так много, а полупроводниковая промышленность вообще не способна удовлетворить спрос крупных игроков даже внутри рынка, именно в связи с этим Huawei и еще 89 китайских компаний, в числе которых Xiaomi и такие монстры, как SMIC, подали заявку на создание национального технического комитета. Зачем? Все еще просто, чтобы выявить все слабые отрасли у себя и подтянуть работу по стандартизации интегральных систем. Что получается? Сейчас большинство китайских производителей пользуются благами другой, грубо говоря, страны, достижения другой страны. Процессоры, экраны, камеры – это все не китайское, это все было придумано в США, в Японии или еще где-то. То есть чисто теоретически Америка может перекрыть кислород Китаю по щелчку пальца любому производителю. Вопрос, станет ли она это делать, не совсем понятно. И по, как говорится, планом компании Huawei нарастить, допустим, собственное производство процессоров и в течение там 5, в лучшем случае 5 лет, выйти на какой-никакой, ну там 7-нанометровый техпроцесс. И вы же сами понимаете, что разрыв между конкуренцией будет очень-очень большой, потому что уже в следующем году Samsung и Apple освоят 3-нанометровый техпроцесс, Snapdragon с Qualcomm тоже. И это действительно большая проблема. Если посмотреть в целом по рынку, что происходило все эти годы, то в принципе все становится понятно, почему большинство китайских смартфонов стоит не очень дорого, потому что по сути-то брать большую стоимость не за что. Компании особо не вкладывались в разработку, в какую-то экспертизу, тот же самый R&D в 2018 году. В R&D вкладывались огромное количество компаний, среди 20 крупнейших инвесторов в R&D не было ни одного китайского бренда. В 2021 году там появился Huawei, которая вложила 13,5, даже чуть больше миллиарда долларов в исследование и разработку. Именно поэтому всегда смартфоны Huawei стоили дороже китайских конкурентов, потому что собственный процессор, собственные разработки – это стоит очень дорого, и это не может стоить дешево в конечном продукте. А я вам напоминаю, что совсем недавно компания Xiaomi тоже попала в санкционный список
компаний в США, с которыми нельзя сотрудничать, и там уже ставят условия, что все инвесторы, которые вложили деньги в акции компании Xiaomi, должны будут избавиться от этих акций на протяжении 2021 года. И вот только недавно компания Xiaomi подготовила иск в суд США, чтобы оспорить это решение. Мол, это незаконно, так делать нельзя, и если эти, скажем так, санкции вступят в силу, то Xiaomi очень сильно пострадает, финансово пострадает. И это же еще даже не идет речи о том, что им там запретят использовать какие-нибудь американские сервисы, Google сервисы, пользоваться процессорами, ARM-архитектурой и так далее. И все еще нас ждет впереди. И вот в чем вся проблема бренда Xiaomi. Все эти годы Xiaomi концентрировались на каком угодно рынке, но только не на своем рынке, потому что на собственном китайском рынке они многое упустили за эти годы. Они выходили на рынок Европы, на рынок Индии, занимали очень хорошие позиции в России, Украине и Беларуси. А на китайском рынке они находятся на 4-м месте, потому что на 1-м месте по продажам у них Huawei, Oppo, Vivo, потом идет Xiaomi, и впритык Xiaomi на китайском рынке стоит компания Apple, которая продает смартфоны в 4-5 раз дороже, чем смартфоны Xiaomi. Это им никак не мешает подпирать конкурента на собственном рынке. Это очень опасно, потому что если произойдет вот это самое схлапывание, китайские бренды-то выживут, потому что собственный рынок очень большой, он их поддержит, будет большой спрос, фанаты Huawei будут покупать внутри Китая Huawei, Oppo, Vivo не пропадут, а вот что произойдет с Xiaomi, не совсем понятно. Спонсор этого видео – Quark.ru. Quark – это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Поручите задачи фрилансерам и занимайтесь тем, что действительно важно. Мы много раз обсуждали концепцию умного автомобиля компании Apple и какие компании к этому могут быть в принципе причастны. Очень часто мелькал бренд Hyundai, который якобы ведет переговоры с Apple для разработки автомобиля. И в итоге случилось так, что сама компания Hyundai дает шаг назад и не хочет сотрудничать с компанией Apple. И причина довольно весомая. Руководство Hyundai не может договориться между собой. Главная проблема заключается в том, что Hyundai может стать контрактным производителем для другой компании без возможности совместного проектирования. И вот цитата. «Мы не та компания, которая производит автомобили для других. Сомневаемся, что сотрудничество с Apple может дать хоть какие-то хорошие результаты», — заявили в Hyundai. Один из топ-менеджеров автоконцерна отметил, что их компания не подрядчик, как, например, Foxconn, поэтому Apple нужно пересмотреть условия для сотрудничества. Несмотря на это, есть немалые шансы, что Hyundai согласится работать с Apple, так как такое сотрудничество может, конечно же, поднять имидж автомобильного гиганта. И это действительно очень неловкая ситуация, потому что, по сути, компания Apple ищет себе просто сборщика. По сути, компанию, которая будет собирать им автомобили по собственным разработкам, как это происходило со всеми продуктами компании Apple. А, знаете, сборщика можно сегодня один, завтра другой. И для такого монстра, как Hyundai, это не очень интересный вариант. Конечно же, денежно, наверное, это очень прибыльная история, и в краткосрочной перспективе это интересно. А вот что будет дальше, как вообще будут складываться взаимоотношения у разных стран и вот эти вот разные войны информационные, это может все очень сильно повлиять. iPhone без щелки. Согласитесь, звучит как абсолютная фантастика, но ведь рано или поздно это произойдет. Что же сделает компания Apple для того, что наконец-то смартфоны станут полностью безрамочными? Неужели сделают какую-нибудь подэкранную камеру, либо абсолютно новый датчик Face ID, который не будет привязан к камере? Но оказалось все гораздо банальнее и проще. По информации издательства Phone Arena, Apple ведет разработки смартфонов нового поколения, и у одного из этих прототипов, который уже готов, полностью отсутствует знаменитая моноброви. Все сенсоры расположились прямо в верхней части рамки, при этом ее размер в угоду эстетики подрос, причем со всех сторон. Приближенный к разработчикам информатор подтверждает, что прототип реальный, но есть сомнения, что Apple использует такой дизайн в iPhone 12s. Вероятнее всего, это произойдет уже в 2022 году, когда миру представят iPhone 13, будет ли он называться вообще 13, может пропустят эту цифру, если там есть какие-нибудь заморочки с точки зрения нумерологии. Друзья, на этом все. Спасибо, что посмотрели выпуск новостей. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, потому что самые свежие и вот такие вот важные новости мы обсуждаем там. Сегодня я, допустим, вам не рассказал о том, что компания Google
закрывает все свои студии сервиса Google Stadia. А почему это произошло, можете почитать в Телеграме в новостях. Это довольно забавная ситуация, как Google, самый мощный могильщик, закрывает очередной свой проект. Всем пока!